Заместитель мэра по ЖКХ Александр Милосердов сегодня провел совещание по подготовке города к осенне-зимнему периоду. На доклад каждому из присутствующих отводились буквально считанные минуты. Конечно, не обошлось без замечаний. По традиции, в списке неуспевающих оказался начальник ЖРУ-5 Сергей Кудеев. Все недоработки Милосердов своим подчиненным поручил устранить до следующего аналогичного совещания. Состоится оно уже на предстоящей неделе.